Испана сказала, а у него рук-то нет. Он без рук там чем-то или еще что-то. Вот что-то ну, такое. Ну такое зацепит, конечно, когда без рук, без ног из бурской строится зубами, блин. Это любого зацепит. Просто да. Необычное что-то должно быть вечное в рассказе. Необычное, или да, в необычном. Или что-то такое. Вот. То есть, знаете, привлекает. Это же я вот взяла из жизни. Это произошло со мной. Я действительно этого увидела пожилого человека. Меня просто потрясло, что вот он, несмотря на свой возраст, да, он стремится что-то новое. Тогда можно было покороче и покрасивее написать. Возможно, возможно. Ну, да, это же говоря, даже вот чем там можем, я устала слушать даже. Чем мы можем обогатить эту кухню? Хотя я очень нетерпеливый человек. Короче.